Ламинат Эггер, артикул 2857, 11 мм, 33 класс. Ламинат имеет довольно большое количество сучков и древесные кольца по всей длине доски. Цвет у ламината, я бы сказал, грязно-коричневый с добавлением зеленого оттенка. Сейчас я вам попробую его передать на камеру. Сверху он почему-то больше похож на коричневый. По крайней мере, в объективе камеры. Вот сбоку он представляет из себя вот такой оттенок. Зеленоватый, зеленовато-коричневый. Фаска у ламината V-образная, прокрашенная. Замок имеет пластиковую вставку по торцу. Ламинат матовый, практически не имеет никаких вдавленностей сверху. То есть свет в нем не имеет довольно сильного отражения. Свет растекается плавно по всей доске, не показывая вам светлым пятном, что, допустим, вертикально сверху находится точечный светильник. К данному ламинату хорошо подходит дуб натуральный, либо карагач от компании «Идеал».